Футбольный год остался позади, но футбольные страсти до сих пор не улеглись. У школьников региона свой мундиаль. И хотя играют мальчишки в мини-футбол, эмоции и спортивный азарт на площадке царят полноразмерные. В чемпионате в рамках масштабного общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» участвуют команды всех муниципалитетов области. Проект «Мини-футбол в школу» хорош тем, что он объединяет настоящих любителей среди молодежи, потому что учащиеся спортивных школ, спортивных объединений, участников чемпионатов области сюда не допускают. Здесь именно просто любители футбола, которые любят эту замечательную, самую популярную игру в мире, они участвуют в наших соревнованиях. Сегодня здесь проходят соревнования последней возрастной группы 15-16 лет. Каждая команда, участвующая в первенстве, прошла серьезный отбор среди футболистов-любителей своего района. Затем лучшие из лучших от каждого муниципалитета зарабатывали очки, играя с соперниками со всей области. Этот матч подводит итог всего чемпионата. В финал пробились команды из Родников и Приволжска. Соперники уже встречались на одной площадке в нынешнем сезоне. Тогда преимущество осталось за Родниками. На этот раз команда в синих футболках опять рассчитывала на победу. На тренировке мы изучали игру соперника, разбирали все ошибки. И сегодня вышли и хотим сделать счет еще лучше. Сейчас счет 2-0, минимум 5. Самоуверенность родниковцев попала, как говорится, в девятку. Матч завершился со счетом 3-0 в их пользу. Победителям областного первенства предстоит продолжить борьбу за спортивный трофей на уровне ЦФО. Для их соперников игра окончена, но только в этом сезоне. Через год будет возможность отыграться. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.